Вот 23 ноября 2018 года, пятница. Утро раннее. Маленечко видно, падают снежинки. Вот двери открылись. Надежда Васильевна выходит. И не одна. Рядом вот сходит эта Гликерия. Пошла куда-то по воде. Володя идет. Ведерком. Так. Как тени. Вот молится. И Гликерия молится. Все, подходят к нам к дверям. Надо здесь встречать. Мир дому вашему. С миром принимаем. Вчера пошли и тапочки забыли. Да-да. Бежали, как с поля брани. Давайте молиться будем. И у меня притом говорящая сова. Жива. Скорее включи его, чтобы он сфотографировал. Привет, я Петла. О, это у тебя не кукла, а прямо какая-то электростанция. Ну ладно, ты сейчас от куклы отвлекись маленько, чтобы на молитве не отвлекаться. Твоя детская молитва, она дорогая. Помолимся, у нас Агния заболела, Агния. А тебе мы молились, ты выздоровела. А потом она скажет... Хорошо, сейчас пока не разговаривайте, чтобы не развеяться мыслями. Пока ум не охвачен смятениями дня, мы сейчас помолимся. Вот. Благословен Господь. Рыжий стало легче. Выздоровело. Это Паля у нас. Я не вижу, где. Это маленький-то, где у нас белый? Что-то не встает. Давайте. Ну, все, да? Так, стойте сейчас. Будем вместе молиться. Дядя Володя псалтырь подготавливает. Молитвенник. Все, подготовились? Старайтесь не отвлекаться. Потому что они одеты, как у нас, по форме. Ни одной волосинки не видно. Это баба ее учит так. Все пока на этом. Боже, милостив, будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якого истину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исления Бога, Слово рожишую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови.
воскрес я из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благ еси, человека любец. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному, создав имя Господи и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет у меня воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойны, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизнь подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песнь вопием Ти сильный. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигни меня, Иси Господи, умой просвети и сердце, усне мое отверзи, во еже петите, Святая Троица. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, вся святая Троица, ко мне герая Твоя благость и долготерпение, не прогневался на мне ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигл меня еси и воеже, утренне Ти славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, повышайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему, приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Девяносто четвертый псалом. Приидите воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами.